Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Здравствуйте, дорогие друзья. И спасибо, что вы снова с нами на портале Министерства культуры «Культура РФ» вместе с Библиотекой иностранной литературы, Центром славянских культур и Болгарским культурным институтом в Москве. И сегодня вновь наш выпуск «Болгарских сезонов в иностранке». Как вы знаете, наша встреча посвящена новой болгарской музыке, и сегодня у нас в студии известный болгарский композитор Петр Киркелов. Петр, приветствую вас, спасибо, что вы согласились принять участие в нашей дискуссии и рассказать о своей музыке. Также с нами в студии эксперт Болгарского культурного института в Москве, кандидат искусствоведения и один из создателей большого цикла болгарских культурных сезонов в иностранке Майя Промартарова. И для более углубленного знакомства с сегодняшним героем и с знакомством с новой болгарской музыкой, я передаю слово, как я уже сказала, эксперту Болгарского культурного института в Москве Майе Промартаровой. Майя, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Спасибо, что вы с нами. Это наша последняя встреча в 2020 году. И я очень рада, что тема нашего разговора сегодня будет новая болгарская музыка и конкретно музыка Петра Киркелова. Петр Киркелов, вы сегодня услышите не только его музыку, а и его восприятие вообще, что такое современная музыка, красота в современной музыке. Родился в Пловдиве и в семье, в которой никто не занимался музыкой. Ну, конечно, в школе он участвовал немножко в хоре, начал в какой-то момент заниматься гитарой. Даже сегодня мы заметили, что за его спиной две гитары стоят. Очевидно, занятия школьных лет с гитарой продолжаются и до сих пор. И в какой-то момент кто-то установил, что у парня очень хороший слух. И настолько хороший, что пока он поет, он сам учит ноты, без никакого либо сольфеджи. Но это тоже не было достаточным основанием пойти в музыкальную школу. А только после школы первое серьезное музыкальное образование Петр Киркелов получил в Пловдивской музыкальной академии у профессора Тыпкова. И тогда для него открылся целый мир вообще современной музыки, новой музыки, таких композиторов болгарских, как Константин Илиев и многих других. А потом последовало его обучение в Гааге, в Королевской консерватории, и дальше все глубже расширялись его интересы и его опыты в сфере музыки, и не только опыты, потому что он начал сочинять такие произведения, как «Попытка кричать», как «Временные этюды», которые получили «Попытка кричать» первое место на международной трибуне композиторов во Вроцлаве. Это в классации до 30 лет. И потом уже «Временные этюды» были тоже в первой десятке на пятом месте. Его научные интересы в сфере музыки расширились. Петр Киркелов занимается этномузыкологией, он доктор Болгарской академии наук. И я подвожу к этому, потому что во время своего пребывания в Гааге он написал такое произведение «Хоро», ну, по-русски, наверное, «хороводное». И мне стало очень интересно, почему «хороводное», почему в Гааге, и насколько вообще занятие фольклором, возвращение к старым темам, к старым техникам, чем это было вызвано? И это мой первый вопрос к Петру. Здравствуй, Петр, мы очень рады, что мы сегодня с тобой вместе в эфире. Здравствуйте. Ну, прежде всего, позвольте мне поблагодарить за приглашение. Для меня довольно так необычно делать такие разговоры по-русски. Надеюсь, что все будет понятно. Если не будет, то я рассчитываю, что вы меня будете исправлять и помогать. Меня с Россией много всего, что связывает, и для меня очень большая радость, что даже если вот просто так в виртуальном виде я могу пообщаться с русской аудиторией.
Насчет вашего вопроса. Да, я хорошо, что вы меня спрашиваете про хоро, потому что для меня оно было как точка, с которой началась для меня другая музыка. Я после этого произведения начал писать совсем другую музыку. Это, конечно, с одной стороны, потому что я тогда... Это было первое произведение, которое я написал, когда я учился в ГАГе. У меня был такой очень хороший, отличный шанс написать эту пьесу для выдающегося американского ансамбля Bank on a Ken с Нью-Йорка. Это очень такой необычный ансамбль. Он весь ансамбль подзвученный, там есть электрогитара, виолончель, фортепиано, кларинет, ударные. То есть очень-очень необычный ансамбль. Это был как это был проект в рамках обучения в консерватории в ГАГе. Там обучение там так работает, что тебя на протяжении твоего обучения выбирают в разных проектах. И вот так меня выбрали написать для Bank on a Ken, потому что это было вообще большое счастье и большой шанс. Ну, я не знал, что делать с этого ансамбля, я никогда не писал. Это очень необычный ансамбль. И вы очень хорошо так сказали, и это, можно сказать, что в итоге понимание про пользование фольклорного материала в музыке современной, это уже как-то считается немного, как сказать, если это правильно по-русски, назадничевой. Ну, не очень современная идея. Да, так остаревший метод работы с материалом. И я до этого, если честно, тоже так думал. И пьес до этого я не использовал никаких референций к фольклорной музыке. Но тогда, в это время, мне попало очень интересное интервью с выдающимся знаменитым голландским композитором Луи Андерсен. Вот он в это интервью рассказывал, как Стравинский, все считают, конечно, огромная личность, композиторская личность, но мало кто еще оценивает его принос, его вклад. Его вклад, спасибо, по отношению к использованию фольклора. И он именно как пример дал «Петрушка», балет «Петрушка». И я вот начал думать, а правда, а почему же не использовать? Что же это такое немодное? Разве это... Я думаю, что композиторская версия именно в это, что ты берешь какой-либо угодный материал, и если у тебя по-настоящему есть идея, есть что через этого выразить, то сам состав, сам материал, он не так уж важный. И я так решил просто рискнуть. Я не знал совсем, что я делал, но то, что я знал, это я вам скажу. Ну, конечно, над меня было такое, был тяжелый товар, потому что большинство композиторов с поколений болгарских композиторов до меня. Болгарский звук, так называемый, был очень важен. Но я знал, что я не хочу звучать, как, скажем, Пет Кустайнов или Филипп Кутев. И самое то, что для меня было главное, я хотел как-то схватить философию фольклорной музыки. А что философия конкретно болгарской фольклорной музыки? Это нерафинированный звук, аскетичность исказа, такая прямота мышления звукового. Нет барьер. Там нет барьер. Я вот это хотел сделать. Я не хотел взять мелодию и просто поставить под нее какой-то западноевропейскую гармонизацию, да. Вот и так получилось. Это очень необычная пьеса.
И я сам для себя приоткрыл, что, ну, знаете, вы можете слушать, что вам, что вас учат, что, ну, видеть, или видите тенденции музыки, что, скажем, фольклорный материал – это не очень модно, но самое главное, что человек сам понимал, что, что ему не нравится, что ему не хочется. Я очень рад, что сделал этот риск. Потом это для меня открыло много других возможностей, не только в использовании материалов с фольклорного источника, но вообще мышление про композиции. И с этой точки у меня музыка совсем поменялась с того, что у меня та музыка, которую я писал, когда я был студентом в Болгарии. Может, мы послушаем сейчас? Давайте послушаем. Это отрывок короткий. Спасибо большое. Было очень важно, чтобы наша аудитория хоть несколько минут послушала музыку Петра Киркелова, которую слушали зрители и слушатели многих стран мира, кроме Америки. Это Украина, Германия, Австрия, Австралия, Болгария, конечно. Я надеюсь, что сейчас это такой, может быть, онлайн премьера его музыки в России, но будет и живо. И возможности живых встреч, а не только онлайн.
Петр работает с русскими артистами и вообще и с армянскими, с артистами всего мира. И то, что я обратила внимание, он работает с такими самодостаточными персонами, которые сами по себе создают очень большое искусство. Он работает с болгарскими дирижерами, композитором Драгомиром Йосифовым. Он работает с армянским композитором и пианистом Айком Меликяном, с Лилией Бурдинской, это русская хореограф и визуальный артист, с Рео Тривки, сопрано, Израиль, Голландия, может быть, так ее можно представить. Нескольких из имен, которых я только что упомянула, связаны в одном проекте, который называется «Дудочник и автомобили». Это опера или о жанре еще немножко поговорим, которая была написана по заказу Пловдивской оперы Петром Киркеловым и сделана вот с этой яркой командой. Там еще был Венцеслав Диков, художник, музыкант. Вообще прекрасная такая команда. И у меня вопрос вообще. Как вообще работает композитор, когда ему заказывают музыку? Почему Джани Родари? Как работает совместно с либреттистом, который является и композитором? И как работают инструменты в этой опере? И пока мы говорим об опере, может быть, Катя покажет немножко и фотографии от этого спектакля. Спасибо. Да, «Дудочник и автомобили» — это... так я как его люблю называть, это своего рода опера, балет для детей. Вот Драгомир Йосифов, который написал либретто для этой оперы, он очень хорошо его определил как «это не детская опера, это опера для детей». То есть она занимается с очень таких, ну, довольно взрослых тем, так сказать. Как всем известно, сказки Джани Родари, у них, кроме чувства юмора и огромное воображение автора, там он всегда засяга в своих... Всегда касается. Всегда касается очень такие важные социальные и, я бы сказал, даже вообще философские вопросы. И конкретно в эту историю меня привлекло современность этого рассказа. Короче, там идет речь о городе, который... Там настолько много автомобилей, что уже нет места никуда не пройти. И все граждане как-то принужденные вместе с мэром найти способ, как избавиться от этого. Потому что слишком много проблем началось в городе. Город не может функционировать нормально. И тогда из какой-то... непонятно откуда появляется вот этот волшебный дудочник, и он им предлагает решение. Но когда он по-настоящему это делает, когда автомобили исчезают там по разными способами, ну, как все сказки в Джани Родари, там не один конец, а три конца, и читатель может выбрать. И мы так и сделали в опере. Я очень хотел, чтобы были и все эти три конца были в либретто. И там разные ситуации в зависимости от конца. Иногда очень такие... Он прослеживает практически от самого утопичного до самого дистопичного конец возможный. Вот так и потому. А еще, я думаю, как и для всех зрителей в России, Джани Родари — это очень такой... автор, связанный с детством, но для меня это точно. И для меня это было первое имя, которое мне пришло в голове, когда я думал про либретто. Это случилось так, что это, да, получилось как заказ с державной оперы города Пловдива. Это я могу сказать, что я не совсем уверен на математику, но это точно где-то, может быть, в последние 30 лет никто никогда не заказывал никакую оперу современную в Болгарии.
вообще оперное искусство так в Болгарии движется в рамках романтической оперы прежде всего, иногда, конечно, и в классических операх, но прежде всего в романтических Пучини, Верди и так далее. Вот, я был очень рад, когда я предложил этот проект директору оперы Нине Найденовой, и она так радушно, с радостью приняла это, и так получилось. Да, насчет либретто, это большое счастье, когда впервые, когда либретто написано с композитором, это впервые. Во-вторых, когда это написано с композитором, как Драгомиром Йосифовым, я думаю, он довольно так знаком аудитории, русской аудитории. Мы его приглашали, у него было 2 года назад в музее Чайковский Москва в концертном зале была исполнена его музыка. Да, и тоже я знаю студию новой музыки, ансамбль Тернопольского тоже исполнял его музыку. Да, это верно. Вот, это во-вторых, что такое композитор. А еще чувство юмора и то, что есть у Драгомира, как это сказать, это такая его натуральная сензитивность играть с словами. Даже в обычном разговоре он очень любит писать не только ноты, но и слова. И я вот так ему предложил, он вначале, ну так, не был совсем уверенный, потому что это пока еще его первое и последнее либретто, кто знает. Вот, там, кстати, интересная история, потому что я понял это после премьеры оперы, что в день, когда он не думал отказать, позвонить мне и сказать, ну, я не могу, Петр, справиться. У него что-то возникает, какая-то идея, и он пишет все либретто за один день. Действительно? За один день? Это гениально. Это настоящая история. Он мне написал утром, я начинаю писать, а вечером уже было либретто. Вот, и интересно в том, что он, конечно, он прежде всего композитор. И он слышит какие-то звуки в словах. И это очень помогает. Даже были некоторые заметки, которые были совсем конкретные. Может быть, тут какой-то канон. Может быть, тут какой-то квадлибет и вот так далее. То есть у него мышление было прежде всего музыкальное. И я думаю, это именно я хотел, потому что я очень люблю музыкально играть словами. Я не люблю вокальные линии, которые совсем так пытаются приблизиться к нормальной речи. Я думаю, нормальная речь достаточно выразительна сама по себе. А музыка, она должна принести что-то, которое вне слов, что-то метафизическое в смысле словах. И вообще работа над либретто была очень, очень легкая, очень приятная именно из-за участия. Но там два хора, насколько я понимаю. Да, там очень необычный ансамбль, ну, довольно необычный ансамбль. Два хора, солисты, бас и сопрано. И оркестр у нас только духовые инструменты, без струнные инструменты, ударные, фортепиано и электронные звуки. Электроника, которая вживую контролируется компьютером. Квадрофоническим звуком, то есть 4 колонки, которые вокруг аудитории. И это тоже было так важный для меня выбор, потому что для меня мир Радари, он очень разноцветен. Пестрый. Он очень пестрый, очень живой, можно сказать, неожиданный, да, что мир воображения. Надо себе представлять все, что угодно. И для меня вот эти все маленькие детали, все эти маленькие
пятна цветов, я так их представлял в каждого каждого инструмента, духовых инструмент. То есть в тембрах и все это все. То есть я хотел создать вот такую... Кстати, вот музыкальный критик болгарский Екатерина Дочева очень хорошо сказала, что это инструментальный балет. Я думаю, это очень такое хорошее определение музыки и оперы Дудочника. Ну, а потом пришла... Мы так, когда обсуждали концепцию с директором Ниной Надыновой, она очень хотела, чтобы большое участие принял балет, потому что там в Пловдивском театре, в оперном театре международная труппа есть балетистов из разных стран, и она хотела, чтобы у них было очень такое большое участие. И поэтому есть довольно много куски в самой опере, где это просто инструментальные такие балетные номера. И за эту целью мне хотелось что-то более необычное, чтобы балет был как, почти как новый персонаж, который... как это перегибается в разных персонажей все время. Они как типа как движущийся декор. Но они как некая декорация динамическая, они перевоплощаются в очень разные реальности. Да, да. Вот и так я так обратился к Лилии Бурдинской, хореограф современного балета, танца из Петербурга. И она согласилась, приехала и сделала то, что получилось в итоге с балетом. Для балета было очень необычно этот тип работы. И я думаю, для всех было... Я думаю, для всех был очень необычный тип работы и музыкой, и для хора, и для балета, потому что, как я раньше сказал, эта ситуация, к сожалению, это очень редкие ситуации, когда поставляется такой тип театр. Очень так то, что мне хотелось, и это есть в партитуре, что для меня это... не просто опера, это музыкальный театр. Там есть, в партитуре есть звуки, которые не должны случаться на сцене. То есть сам звук есть и театральное действие на сцене. Оно может быть сделано из балетиста, из хора. Это уже режиссерское решение. То есть вот такой тип театра, я думаю, довольно редко случается в Болгарии. И я надеюсь хоть, что участники этой продукции что-то для себя нашли. Ну, не только Екатерина Дочева и Мария Попова. Очень много вообще болгарская критика встретила очень радушно. Спектакль и публике очень понравился. И будем надеяться, что это один из, ну, скажем, первая ласточка, но это все еще в будущем. Предстоит писать новые болгарские оперы. После большого перерыва, мне кажется. Да, да, это очень важно. Я думаю, ну это, знаете, это очень такая интересная тема. Всем понятно, что вот театры Лондона, например, Амстердама, Берлина, Кёльн, в России тоже есть, я знаю, очень такой уже ежегодный фестиваль только современной оперы. Я думаю, он в Москве, не помню название фестиваля. Это тенденция, это везде. Но проблема в Болгарии, что образование на уровне музыкальной школы и академическое образование, оно никак не подготавливает ни музыкантов, и в итоге и слушателей, к такой тип звукового мира. И поэтому потом получается большие перипетии сказать, когда надо такой тип спектакль рекламировать, прокручивать, развивать.
мне было, ну, довольно трудно объяснять некоторые вещи, потому что люди буквально не понимали, о чем идет речь. А я не могу же показать, пока я же не напишу. Вот. Ну, я надеюсь, что это, да, как вы говорите, очень хорошее начало. И это не будет, да, последний заказ болгарскому композитору в Болгарии. Послушаем фрагмент, пожалуйста, Катя. Спасибо большое. Я уже хочу всю оперу посмотреть. Наверное, существует, хоть она в записанном виде. Мы настолько в 2020 году привыкли смотреть оперы уже в записи, что уже это кажется нормальным. Ну, конечно, ничем это не можно сравнить с живым восприятием, но хоть что-то. И у меня вопрос, мы увидели в этом даже маленьком фрагменте, что там использованы высокие технологии и мультимедиа, 3D, или я не знаю, там, что за мультимедийные решения было, но как решается современным композитором, особенно когда занимается сценическими такими оперными действиями? Ну, я не знаю, новые технологии или попроще, или посложнее, скажем, более дистанцироваться от публики или погружаться, приближаться к ней, отвечать ли каким-то ее запросам или все-таки жить в своем фантазийно-процессуальном мире. В общем-то, как бы мы ни хотели, но реально на спектакль приходят зрители. И каково ваше восприятие, взаимодействие и мышление в связи с этим? Да, это очень хороший вопрос. Ну, знаете, я в этом плане, я большой почитатель Лигети, да, по-русски. И вот он, когда его спрашивают, ну, когда вы пишете музыку, как вы относитесь к публике? И он говорит, я никак не отношусь к публике. Потому что если мне надо соображаться с публикой, то что бы я бы написал?
Или можно еще более так, модный пример. Это сам Стив Джобс сказал, что он был известен с того, что он не допрашивался до того, что хотят людей. И это такой, знаете, очень особенный вопрос, особенно сейчас, когда ну, спектакль он должен быть успешный, потому что тогда большие финансовые проблемы. Ну, хоть в Болгарии это такая ситуация. Да везде, везде. Ну, я не знаю, вы знаете, я думаю, хоть, например, в Германии театр может себе позволить не быть так успешным, то есть сделать, может быть, окей, они не будут делать с огромным оркестром, бюджет будет более скромнее, но они все-таки сделают, может быть, что-то очень радикальное. В наших странах, ну, или в частности в Болгарии, я бы сказал, это не совсем так. Ну и я знаете, я для меня хоть невозможно, я не могу писать музыку пока в то время, когда я думаю о людей, как они это примут. Я не могу, потому что для меня важно, что замысел, идея этой музыки, я сделал все, что нужно, чтобы он выжил на сцене. И в оркестре, и в звуком. То есть это, ну, когда ты рождаешь ребенка, ты же не думаешь, как его другие люди будут понимать, как у него жизнь сложится и так далее. Поэтому вот так, я об этом не думаю. Когда-то думал, но это не помогает, даже напротив, только тормозит. И так... Что вы меня еще спросили? Скажи, пожалуйста, возможно ли тогда чисто радикальное, ну, такое пространство, в котором ходит какая-то пучинево-вердиевская публика, и параллельно в этом пространстве, чтобы жила современная, ну, скажем, это модель метрополитен-оперы, где совмещают и очень традиционные форматы, и очень, ну, достаточно авангардные формы. Да, да. Я думаю, в принципе, это вполне возможно, но это очень-очень длинный процесс, и он очень комплексный. Это впервые должно быть какая-то регулярность. То есть, если ты за 5 лет поставишь одну современную оперу, это понятно, что у зрителей никакой эстетический критерий не вырастет. Но та проблема, которая больше, это, как я раньше говорил, это образование. Даже если это не школа музыкальная, а вообще обычная школа, то есть дети с самого маленького возраста, например, немецкие дети, они как-либо, или голландские дети, как-либо не жили, большинство из них ощущается в какое-то время на какой-то современной музыке, спектакль, или они играют на какой-то инструмент. То есть они вроде бы хоть что-то, может быть, даже малюсенькое они видели и слышали. То есть это не такой большой шок. А потом уже надо про эту музыку говорить. Меня всегда это удивляло, что... Ну, это, конечно, большое давление, которое приходит из популярной культуры. Что то, что ты ставишь и показываешь, оно в мгновение понятно всем. Но не надо забывать, что популярная культура, у нее цели, ее продуктов совсем разные. А почему-то, я не знаю почему. То есть я знаю, потому что давление популярной музыки очень сильное. Люди, которые занимаются продукцией, классической продукцией, они ожидают, что современная музыка, она как современная поп-музыка. Ее сразу понимаешь, ее не надо объяснять. Она сразу чувствуется. Вот это очень такое плохое слово «чувствуется». Потому что, ну, если кто бы мне сказал, что он сел и прочел, скажем, Бродский или Джеймс Джойс без никакой подготовки, без, ну, какое-то малюсенькое знание про мифологии греческие или немецкие, или что-то там еще... Я не верю, что он поймет что-либо из Джойса или Бродского. То есть это очень длинный и комплексный процесс, и над ним надо работать на всех уровнях общества, не только музыкальный театр, образование, медиа.
Медиа, я могу сказать, в Болгарии практически не обращает внимания на таких вещей. Сам факт, что в Болгарии есть, ну, можно сказать, что нету существующих ансамблев на современной музыке. То есть, но он как-то не существует. Это музыка нового Софии, который... Есть несколько, но они это редкие птички. Но кроме музыка новой и квартет Фрош, который отличный струнный квартет, который невероятные музыканты, которые занимаются с современной музыкой, я не знаю. Это все другое очень спорадично. Ну, редкие явления. Редкие. Да. Инцидентные. А скажи, пожалуйста, если про оперу мы говорим, что все-таки существует некая альтернатива, ну, скажем, совмещение классического с новым репертуаром, но все-таки в некой регулярностью. Как ты смотришь на такие афиши? Я посмотрела твое имя в афише украинской, в симфонической. На Украине был такой концерт, где наряду с твоими произведениями были произведения Павла Шиманского, Шопена. То есть от классики-классики до суперсовременной музыки. И это в одной афише я сегодня пришла, и я как-то должна быть готова в первом акте услышать Шопена, а в финале Киркелова. Какой это диалог, что это за взаимодействие, и насколько это тебя обогащает или обедняет? В общем-то, как ты это воспринимаешь? Да. Ну, вы знаете, вот сам этот вопрос, он показывает, насколько современное искусство уже в таком большом андерграунде. То есть есть какой-то типа мейнстрим классической музыки, есть андерграунд классической музыки, которая сейчас современной музыки. Я думаю, это вполне нормально, потому что это все музыка. Концерт, про который вы говорите, это был отличный концерт в Киевской филармонии, где выдающийся украинский пианист Антоний Барашевский сделал такое... Он хотел сделать почти, скажем так, интегральный концерт этюдов, разных эпох на фортепиано. Вот так попала моя музыка там, и Хусукава, Шиманский и так далее, и Шопен, Рахманинов тоже. Вот, и это слушалось вполне нормально. Я вот сейчас вспомнил, есть такое очень хорошее интервью с Григорием Соколовым. Когда они спрашивают, почему вы не играете современную музыку, он говорит, ну как, я же играю современную музыку. Ну, потому что у музыки нет времен. Вот если, вот, как сказать, вот если, давайте вот сейчас так сделаем. Вы и все наши зрители представят себе, что они не знают, где находятся в данный момент. Они знают, что в Москве, в России, на Земле. И они не знают в то же время, где находится их сад, в котором они были детских годов, или их первая школа, или их родной дом. А даже если вам город, в котором вы живете, он вам не нравится, вы должны как-то проживать в этот мир. То есть вы чертите такую карту, и из-за всех вот этих точек вы себя как-то находите себя физически в мире. А музыка то же самое. Если ты, вот, скажем, знаешь только про сонаты Бетховена, это как будто ты знаешь только, ну, свою комнату или двор своей квартире. Вот ты у тебя нет карты твоего города. Да, даже если этот город тебе не нравится, ты же как-то же живешь в нем. Может быть, мы сделаем тогда маленький переход к твоему произведению. Я его в самом начале упомянула. «Временные этюды». В общем-то, там был какой-то диалог время с точки зрения человека. Там было путешествие некое во времени. Может быть, расскажем нашей аудитории замысли вообще возникновения о том, что в нем было заложено. Это... Да. Это произведение 20-минутное на большом оркестре, тоже с две группы женского хора и солист-сопрано.
Оно когда-то было заказано, ну, то есть началось с заказом оркестра Radio France, потом длинная история, оно в итоге получилось как заказ Болгарского национального радио, где хор и оркестр национального радио под управлением Драгомиром Йосифовым, и солист был Риутриф Кашаби, сопрано из Израиля, сделали запись. Это произведение, которое, к сожалению, в моем, ну, хоть в моем большом сожалении, оно только на записи, оно вживую никогда не исполнялось. Ну, замысел это произведение, ну, окей. Когда пришел этот заказ с Radio France, это был после того времени, когда я выиграл эту трибуну композиторов в Вроцлаве. И, ну, у меня были такие довольно нескромные ожидания. Но я думаю, довольно нормальные ожидания, что я могу писать, что я захочу. А они сказали мне, ну, знаете, у нас вот такой формат, такая передача, мы ваше произведение будем ставить кускам, двухминутных кускам, каждый день по Radio France, с понедельника по пятницу, по 2 минуты. Ну, я говорю, ну, смотрите, вы, это даже хуже, чем, ну, фильмовая музыка, там говорят, то тут, да тут ты пишешь столько времени, это там понятно, а вот когда, я не знаю, когда у меня будет материал, что я буду с ним делать. И вот так, но потом я подумал, что я, может быть, это будет хорошее начало, я потом сделаю другое произведение с этим. И в итоге так и получилось. И для меня вот эти, вот это, честно говоря, ужасное ограничение двухминутное. И для меня оно было как канвас. Есть такое слово по-русски? Да, как некое, да, канава. Полотно, или, да. Полотно. Полотно с одинаковыми размерами. И ты просто рисуешь по-разному в тот же самый этот размер. Uh-huh. И это, ну, знаете, вообще-то музыка – это этюд времени, вся музыка, которая существует, потому что она перегибает ощущение времени. И я просто хотел сделать из этого еще так, такой этюд, еще углубленный, так сказать. И вся идея в это произведение, что время – можно его рассматривать как философская категория, или можно его рассматривать как ежедневная категория, которая, ну, нам нужно туда быть в это время и все. Чисто повседневная, да. Да. И мне, вот, знаете, вот очень интересно стало то, что ты можешь использовать время, наблюдать что-то, физическое время, наблюдать что-то, и оно тоже перегибает ощущение длинности этого временного периода. Я не знаю, к сожалению, я даже не вижу, что у нас уже 18:18, и ого. Просто Катя уже скажет, что ну, надо. Давайте я тогда, я быстренько скажу про это видео, которое мы сейчас увидим. Да, про это мировой премьере. Это мировая премьера видео, которое я сделал специально для эту передачу. Там все произведения, это произведение, которое я написал в последних 10 лет. Там одно из произведений, это тоже и время этюды. И это, короче, как-то такая визуализация, то, что я слышал, когда я пишу музыку. Потому что меня часто спрашивают, что я вижу, пока я пишу музыку. Вот, пожалуйста, спасибо вам большое. Я там в это видео тоже делюсь некоторые мои размысли, когда я хочу писать музыку, когда я пишу музыку. И так. Большое спасибо, Петр. Большое спасибо, Майя, за организацию интересной дискуссии. Дорогие друзья, я предлагаю познакомиться и погрузиться в музыку Петра Киркелова. Большое всем спасибо и внимание на экран. Мои самые ранние воспоминания с моих крестин. Мне было 2 или 3 года. Ясно помню теплую ладонь священника, мягкий, но яркий свет, исходящий с левой стороны, и прикосновение холодной воды, которая расплакала меня. Это случилось в церкви Святого Ивана Рильского в моем родном городе Пловдиве в Болгарии.
Это воспоминание появляется и исчезает в моем сознании, как тень через всю мою жизнь. Часто ощущаю странное чувство неимоверной дистанции и неимоверной близости с этой маленькой крещенной малюткой. В этом воспоминании как-то сливаются два отдельных во времени мгновения, превращая их в одну маленькую точку. Для меня музыка — это множество мгновений, собранных в одно целое. Поэтому выбор описывать мое восприятие мира с помощью музыкального звука, хотя это создает неудобства в общении. Хочу построить свой собственный храм. Вибрации, мелодии, антифоны, тембры, танец, свет и темнота. Хочу чертить карту вечно меняющихся измерений трепетаний. Какую пишу музыку? Как могу ответить на этот вопрос? Пишу музыку, которую слышу. Может быть, лучше ответить таким образом, но перспектива о еще более неловком разговоре отказывает меня моментально. Вообще, композитор довольно неуместный человек, потому что его ответы ни к чему конкретному не приводят. Поэтому, чем больше пишу музыку, тем неудобнее становится перед окружающим миром, и это мне нравится. А чтоб мне было хорошо и неудобно, я должен забыть все, что выучил, потому что только таким образом можно достигнуть до той чистой интуитивности в творении. Это то, что известный болгарский художник и писатель Сирак Скитник называет примитивизмом. Он призывает к сжиганию любого культурно-исторического наследия не потому, что оно не нужно, а потому что таким образом сознание будет выглядеть непредубежденным перед своим творением. Однако, что делать человеку с самим собой? Думаю, что после того, как человек жил определенное время, так же, как и в музыке, вещи начинают выглядеть иллюзорно знакомыми, или, правильнее сказать, рутинными. Последнее время мне интереснее не знать, что делаю, когда сочиняю. Забывать и начинать сначала. С каждой композицией совершать музыкальное самоубийство. Thank you.
Мы испытываем страх перед настоящим. Неудобно, но необходимо признаться. Придумываем любые средства, только бы оно не мерещилось перед глазами. Существуют исторические книги и памяти о национальности, существуют и страховательные компании. Как будто одно из меньших устройств, которые задерживают нас в настоящий момент, это музыка. Она здесь и сейчас, и это страшно. В этом смысле современная музыка как уличная собака. Все ее видят, но из неудобства избегают ее, а она хочет только немного пищи и внимания. Музыка не является прошлым, ни будущим. Она просто ноль, но это не означает, что она ничто, так же, как статика не означает бездействие. Музыка не является мерилом эмоций, а метафизическое пространство, в котором самым искренним человеческим образом можешь петь или кричать. Она утопия, где время – только воспоминание о реальном мире, и наше огромное желание преодолеть его, независимо, насколько безумно оно, остается бесконечный опыт. Опыт крика, ощущения, знания, проживания –